Воздушно-космические силы России нарастили интенсивность ударов по террористическим объектам в районе Пальмиры. Министерство обороны распространило кадры этой операции. 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, они взлетели на российских аэродромах, нанесли прицельные удары по новым объектам запрещенной группировки ИГИЛ и в окрестностях двух других городов. В штабе рапортовали об уничтожении пункта управления, полевого лагеря боевиков и двух пунктов переработки нефти. Отмечается, что время и коридоры операции были заранее переданы представителям международной коалиции.